Всем привет! Сегодня у нас 8 посылок из магазина GD и 2 пока я не знаю из каких магазинов, но сейчас мы это все распакуем и посмотрим. Итак, знатно вещей приехало, и первое, что я хотел посмотреть сразу, это, по-моему, тоже из магазина GD, или я не помню из какого, ссылка будет в описании точно, это для Redmi 4X, было по скидке 2 стекла, там чуть что-то за доллар или что-то такое, вот они идут в наборе, шли они просто в кейсе в таком вот. По-моему, GD, точно GD. Единственное, что, скорее всего, продавец не GD коллекция, поэтому коробка была не такая. Но я уточню и в описании добавлю ссылку. Вот стекла Redmi 4X, все отлично. Вот идут к ним наклейки и салфетки. Положу все вместе. Вот, откладываем их. Отложим сразу носки. Вот, смотрите, сколько набор идет. Вот такая коробка и вот такая. Это был один набор. Я не помню, какие-то там маленькие центы это стоило. То есть это по акции, по распродаже. Вот так оно идет в наборе. То есть, ну, два штучки. А это один лот. Идет такие вот носки цветом и еще какие-то в коробке. И мне прислали двое черных. То есть Random Color, да, то есть двое одинаковых и третий вот такого цвета, не похожего на другие. Давайте вот эту коробку отложим, достанем их и посмотрим. О, носки хорошего качества. Такие плотные, не на весну, они зимние. То есть плотные, хорошего, отличного качества. Давайте посмотрим на черные. Да, это они не черные, а разноцветные. То есть серая, тут зеленая, синяя. Вот такие вот носки. Все отлично, немножко торчит ниток, но это ничего страшного. Вот. Какие-то я потом померяю. И давайте посмотрим, отложим эти и посмотрим, что в коробочке. В коробочке тоже должны быть какие-то носки. Давайте посмотрим. Да, носки вот эти вот Джинхо. Джинхо. Ну и померяем Джинхо. Давайте посмотрим еще одну коробочку. Да, такой же цвет. Вот, да, ну коробочки мне, наверное, не нужны. Тут у нас ничего нету. Сразу из коробочек Джинхо все достанем. Вот, тянутся тоже плотные. Хотя нет, вот эти вот уже более такие, более не летние. Летом вообще как бы носки неудобно носить, когда жарко очень. А вот более весенне-осенние, когда те, они теплые, они зимние. Вот, ну давайте отложим. Вот так выглядят эти носочки Джинхо. Вот. Очень приятные, ну, приятно ногам в них находиться. Подошли. У меня 41 размер ноги, 26,5. Ну, 41, 42, 26,5. Вот. Все отлично. Вторые носки. Вот. С лошадкой, которая. Тоже очень качественные, очень хорошие. Вот. Но они поплотнее, мне кажется, чем вот эти вот Джинхо. Вот, отличные носки, очень мне нравятся. Да я что-то, какой-то мусор на них уже пристал. Далее давайте посмотрим кабели. Кабелей пришло несколько разных. Давайте вот так, если я отложу сюда все. Вот, это Басеус и кабели, и кабели Орико. По-моему, это должны быть коротенькие. Давайте откроем, посмотрим. Да, это коротенькие. Я купил две зарядные станции. У меня теперь в предыдущих обзорах одну на Том Топе, а вторую на, по-моему, или Гамесе, на Гамесе вроде, грибочек такой, или Дресли, или магазин. Вот, но будет отдельное видео, скорее всего, следующее про него. И я купил, то есть теперь у меня зарядная станция, в нем прям несколько проводочков, но провода метровые теперь не нужны, и я купил несколько вот таких коротких проводов. Вот пришли, вот, но этот длинный, этот метровый, скорее всего, этот 50 сантиметров. Вот, ориковский, коротенький, отличный Type-C. Отлично подойдет мне как раз на эту зарядную станцию. Потому что получается все вместе, в куче. И не нужны теперь длинные провода. Теперь коротенькие. И я накупил. Купил вот такие вот. Давайте отложим их. И Басеус. Все кабеля я уже пробовал, тестировал. Давайте откроем черные. Красные отложим. А черные откроем. И тут они. Вот такой вот кабель.
Я уже проверял, уже был у меня. Давайте посмотрим. Хороший качественный кабель. Такая вот пластиковая вставка. Он длинный. Вот. И здесь у нас идет Lightning, Type-C и Micro-USB. Причем я проверял, все три одновременно заряжают. То есть можно три... данные, скорее всего, там медленно будут заряжать, если три одновременно девайса установить. Но кабель отличный, классный, качественный. Вот, мне очень нравится. Я им с удовольствием пользуюсь. Вот, уже два у меня таких пришло. И вот еще два я дополнительно заказал. Откладываю. Далее. Далее Мокис. Уже одна пришла. У меня уже была, уже одна пришла, и мы ее в предыдущем обзоре посмотрели. Поэтому сильно останавливаться на ней не будем. Довольно-таки неплохая. Я сейчас в данный момент снимаю на подобную от фирмы Orico. И я сделаю, наверное, когда закончу снимать, сделаю рядом их, сфотографирую для сравнения. Orico, я смотрю, она и толще, и крепче, но я ее и покупал намного дороже, поэтому эта штука тоже имеет место быть. Такая, походный вариант. Ну, хотя и дома довольно-таки неплохо можно будет крепить. Единственное, что она немного будет вибрировать. То есть, допустим, у меня Orico, если я не дергаю, то камера не дергается. Это от любого малейшего шороха будет немножко пошатываться. Но за 70 центов, это я покупалась по распродаже на GD, за 70 центов. Вот, это, ну, просто изумительное приобретение. Довольно-таки офигенное качество для этой цены. Потому что ориковский я покупал, не помню, там, то ли за 5, то ли за 7. долларов, ну точно не помню. Вот, но ориковский намного дороже был. Отложим пока. Вот, для сравнения, Мокис и Orico. Orico, смотрите, толще намного. Вот, ну вот рядом, чтобы, то есть он, смотрите, этот просто так беру, легонько гну, а этот нужно усилие. Просто так и не погнешь. То есть ориковский он намного крепче. И здесь вот такой вот держатель. А у Мокиса вот такой вот. Тут он вот так открывается. То есть вот этот вот ориковский я покупал в прошлом году. Ну, база у них одинаковая. То есть вот так откручивается и снимается. Вот, как мясорубка. Вот, ориковский намного круче, но учитывая, что этот стоит 70 центов, ну просто супер. Я бы, если бы сравнивать, допустим, в целях экономии, я бы вместо этого взял бы него. Вот, но он мягче, намного мягче. Вот. Как бы, я имею в виду, что если бы был у меня вот этот, и покупать за пару баксов этот, ну мне бы уже... смысла не было, поэтому я бы оставил этот и пользовался бы им. Далее. Зубочистки, ой, не зубочистки, а палочки для ушей. Ну, они там были за, не помню, 19 центов или что-то такое подобное, ну и я решил взять. Вот, далее, ага, еще кабелей вот. Это у нас тоже ориковские, да, вот это вот еще пачка кабелей коротеньких, которые я набрал. А, нет, скорее всего, это метровые. Вот, я взял, получается, 3 микро-USB провода. Вот. Вот такие вот. Хорошего качества. Все здесь хорошо сделано. Единственное, он тонковат и мягенький. То есть, со временем он тоже испортится. Но они все как расходники, поэтому кабелей я много набрал. Вот. И, без сожаления, выбрасываю их. Далее. Далее вот эта вот штука. Тоже магазин JD. Это для детей. Одевается на голову. Мягенький такой, приятный на ощупь. Не пахнет, ничем не пахнет, то есть действительно для детей можно использовать, вредных запахов я не слышу, вот. Вот такая вот штука надевается на голову ребенку, и капельки воды не летят на лицо. У меня сын вообще не любит голову мыть и плачет постоянно, когда моем ему. Ну, сейчас уже меньше, потому что он постарше стал, но маленький был, очень сопротивлялся этому. И купил вообще, как бы ребенок уже подрос, но... Наверное, кому-нибудь подарим вот такую вот штуку. Вот. Ну, или оставим до следующего ребенка. Вот. Так это выглядит. Тоже какие-то центы она стоила. Прикольная штука. Вот. Мне нравится. Поехали дальше. Осталось у нас совсем чуть-чуть. Вот такая вот коробочка. Я, честно, не помню, что здесь у нас. Примялась коробочка. Давайте откроем. И посмотрим.
Это что-то такое, коробочка опустела. Какой-то платочек, что ли? Поясок. Или что это? В общем, ссылка, я понимаю, с чем это одновременно было заказано. И по ссылке посмотрю, что это такое. Сделаю ссылку. Наверное, это на голову, повязка на голову. Или, может, это какой-то поясок. Или, я не знаю, такой вот с цветочками. Вот. Ну, ссылка будет в описании. Посмотрим, что это такое. Вот так это выглядит. Такая симпатичная. Ремешок или не знаю, что это такое. В общем. Вот. Откладываем. Далее, вот такая вот коробочка. Что у нас здесь? А у нас здесь, о, такой, я их несколько штучек взял. Давайте посмотрим. Вот такая вот брелок для девочки. Музыкальная шкатулка. Классная вещь, я их купил, знаю, что несколько штук, но пришла пока только одна. Я парочку взял на подарки, вот, классная, ну, классный брелок для девочки, отличная, то есть для того, чтобы расслабиться, накрутила, послушала мелодию и так далее. Откладываем. Далее насос. Буквально недавно у нас в магазине АТБ я купил такой насос для того, чтобы накачать мяч, вот, и совсем забыл, что я купил... на GD его. Ну, я просто хотел купить такой насос, надо было подкачать мяч, вот, а до машины идти далеко, чтобы накачать. И, кстати, вот этот вот насос я его покупал за, наверное, 19 центов или что-то такое, вот, и он качество намного лучше, чем тот, который я купил у нас в АТБ за 1 доллар. Вот, ну, не 1 доллар, там 19 гривен, по-моему, было, это, наверное, 80 центов. Вот, качество классное, давайте поближе сниму. Вот, классный насос. Жалею, что купил этот ВТБ, который, получается, ну, в Китае всегда можно купить что-нибудь интереснее, чем у нас продается, и будет дешевле намного стоить. А если по той же цене, то качество будет на порядок выше. Далее вот такая вот маленькая коробочка. Не знаю, что это, давайте посмотрим. Ух ты, я вообще не знаю, это какой-то то ли для массажа лица, то ли для чего-то такого. Шарик, в общем, была какая-то распродажа, ну, была вот эта вот распродажа на GD, я его купил. Для чего оно, я так и не понимаю. Ссылка будет в описании, кто хочет, может посмотреть. Вот так она выглядит, такая вот золотистая штука. Вот, честно, как бы, ну, я так понимаю, это какая-то гигиеническая штука, то есть для массажа или для лица или что-то такое. Но на самом деле, что это, я, честно, не знаю. Поэтому вот она выглядит так. Кому интересно, перейдите по ссылке, посмотрите, что это. Ну, я думаю, кто, если подписан на телеграм-канал, на то видели эту штуку, однозначно в распродажах мелькала. Далее. Последняя из GD, и это из Dressleeve. Вот, давайте GD откроем последнюю. Но сумка такая вот крутая. Сюда можно что-нибудь положить. Телефончик. Вот. Кошелечек, телефончик небольшой. Такая. И качество, ну, реально бомбическое. Вот, я, ну... Блин, я жалею, что я не купил их парочку, потому что качество реально бомбическое. Все реально сделано качественно.
классный ремень даже. Даже ремень четкий. Тут да, вот одна маленькая ниточка торчит. Но это вообще изумительно. То есть качество реально не придраться вообще ни к чему. Внутри даже ниток нету. Ну, я реально дико удивлен. Все сделано очень-очень качественно. Отличная сумка. Spaceman. Бомба. Класс. Вот, ну откладываем и давайте последнее посмотрим. Эта штука была по 1 центу на магазине Dress Lily. Я их купил, не знаю, там 4, по-моему, или 3 штучки. Вот, потому что это пластика, они поломаются. Часто, если запускается акция на одну штуку в корзину, то можно пробовать повторно заказать и пропускать. В общем, вот так вот она выглядит. Давайте включаем. Так, включать переключателем. Вот. Мигает, и дальше мы ее вот так запускаем. И она полетела. Попробуем вечером. Постараюсь заснять. Я так понимаю, вот это вот не нужно открывать. Это она сама будет открываться, когда будет лететь. Вот, постараюсь вечером снять ролик, как он будет летать. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!